Ольга Вячеславовна Васильева всю жизнь мечтала быть учителем. Окончила педагогический институт, получила богатый трудовой опыт. И все же судьба привела в школу, к детям. Сейчас Ольга Вячеславовна – учитель истории и обществознания в 6-м лицее имени Пушкина. А к классному руководству уверенно шла 18 лет. В 2015 году я стала классным руководителем 5-го А-класса. Я собрала весь свой опыт, все свои знания, навыки в единый ларец и начала действовать. Педагог, ученик, родитель. Именно такая модель взаимодействия легла в основу ежедневной работы в классе. Ее итогом стало участие в педагогическом марафоне классных руководителей 2021 и заслуженная победа. Все было замечательно. Были замечательные коллеги, с которыми я участвовала в конкурсе. Я взяла очень многое от каждого из них. Воспитывать без современных требований новых подходов сегодня невозможно. Была разработана концепция новой формы организации совместной деятельности детей и родителей в классном коллективе. На совете класса было принято решение создать свой добровольческий отряд класса. Мы приняли название, девиз класса, определили направления, по которым будем работать. Это и работа с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, работа с младшими школьниками, экологические марафоны. И, конечно же, весь класс включился в работу. Уроки мужества и волонтерства, встречи с ветеранами, участие в вахте памяти «Рассвет Победы», сотрудничество с поисковым отрядом «Китиж». Опираясь на интересы детей и родителей, были определены ключевые направления работы – цифровая трансформация процесса воспитания, коучинги, спик-таймы, самоуправление республики класса, разновидовая деятельность. В нашем классе действует самоуправление, и мы очень рады, что Ольга Вячеславовна доверяет нам в этом. Наш класс – это маленькая республика, в которой присутствуют свои законы, органы управления. Также мы в классе сами обсуждаем те мероприятия, которые нам будут интересны, проблемы класса и успеваемость класса. Возникли конфликтные ситуации, на помощь приходит классная служба примирения – спик-таймы. Конечно, в нашем классе случаются конфликтные ситуации, и для решения этих проблем мы устраиваем спик-таймы. Наш классный руководитель с помощью привлечения педагогов, родителей и психолога проводит с нами беседы. Это помогает нам быстро и безболезненно уйти от нестандартных ситуаций. Это учит нас культуре диалога, толерантности и уважению друг к другу. Тесное взаимодействие школы и родителей – залог успеха правильного воспитания, считает педагог. Контакт с семьей должен быть максимальным. На протяжении 4 лет она проводит с нами коучинги с родителями, где мы узнаем очень много интересного, что происходит в жизни наших детей, узнаем о тех процессах, которые происходят в школе. Понятно, что у нас был период пандемии, поэтому все эти коучинги стали записываться в сторис, в Инстаграм, и мы с удовольствием просматриваем их. Одна из форм, которая была очень интересна для наших детей, это деловые завтраки, это встречи с людьми, которые состоялись в профессии, которые смогли показать нашим детям, насколько важно вовремя выбрать профессию и идти заранее к этой цели. «Мой класс – это упорные, талантливые, творческие и спортивные ребята», – говорит педагог. В классном руководстве главное – показывать позитивный пример, не останавливаться на достигнутом, уметь учиться друг у друга. Я очень горжусь достижениями каждого из них. Это частичка, их результат – это частичка совместной нашей работы. Ну и, конечно же, гордясь результатами своих ребят, я держу равнение на них. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».